много сегодня в зале, и самое первое слово для мы хотим предоставить самому первому лицу на нашем заводе. Генеральному директору акционерного общества «Саянский алюминиевый завод» Олегу Владимировичу Дерибаскому. Подключи тут этот микрофон. Синий. Здравствуйте еще раз. Я хотел бы вас всех поздравить, особенно золочан гостей, которые приехали к нам на праздник с этим праздником. Поблагодарить их за успешный труд, пожелать всего-всего самого наилучшего, всех благ. Не только золочан, но и жителям города Саяногорска. Надеюсь, что не все, что для чего мы еще чем достигли, все лучше еще будет впереди. Спасибо, поздравляю с праздником. Еще раз добрый день. Мы перед тем, как проводить эти мероприятия, посоветовались и решили вообще общую такую часть официально не затягивать. Поэтому я еще раз вас поздравляю с праздником, с профессиональным праздником металлурга. Все металлурги. Поздравляю всех металлургов. Поздравляю детей, родственников, знакомых, тех, кто связывает свою жизнь с металлургами и Саянским алюминиевым заводом. Всего вам доброго. Человеческого счастья. Спасибо. По акционерному обществу «Саянский алюминиевый завод» номер 289 о поощрении работников СААЗа в честь Дня металлургов. Встречая профессиональный праздник, коллектив завода добился определенных успехов. В связи с праздником День металлурга и знак признания трудовых достижений работников завода приказывает за безупречный труд объявить благодарность и наградить денежных премий в размере 300 тысяч рублей каждого, в том числе алюминиевого производства, Подбережного Вадима Егоровича, старшего мастера. Всего по алюминиевому производству 92 человека. Также по всем цехам проведены награждения, объявлена благодарность лучшим работникам завода. Всего объявлена благодарность и награждены премиями 306 человек. Данные поздравления, награждения и поощрения прошли в цехах, поэтому мы их здесь зачитывать не будем. Отделу кадров награждение по данному приказу разнести трудовые книжки работников завода. Приложение номер один. На основании заводского положения о присвоении лауреата премии акционерного общества «Саянский алюминиевый завод» и в соответствии с решением комиссии 7 июля 1995 года за значительный личный трудовой вклад, обеспечивающий улучшение технико-экономических показателей в работе его, администрация, комиссия, комитет постановляют присвоить звание с вручением диплома лауреат премии акционерного общества «Саянский алюминиевый завод» 1995 года и наградить путевкой для туристической поездки за границу следующих работников завода. Пехова Валерия Михайловича, бригадир электролизников корпуса номер 5 алюминиевого производства. Его представляет начальник алюминиевого производства Ахметов Илай Узбекович. Затипякина Александра Петровича, старшего мастера корпуса номер 8 алюминиевого производства. Александр Петрович, поднимитесь на сцену. Келлера Виктора Яковлевича, мастера основного производства корпуса номер 1. Пожидаева Николая Алексеевича, электролизника алюминиевого производства. Каминскую Надежду Трофимовну, начальника главного экономического бюро алюминиевого производства. Евдокимова Владимира Павловича, слесаря по ремонту оборудования цеха производства электродов. Лауреата представляет начальник цеха пожарных работ Жадобин Станислав Иванович.
Тимофеева Ивана Ивановича, старшего мастера основного производства электродов. Хаулина Геннадия Андреевича, водителя автотранспортного цеха. Лауреата представляет начальник автотранспортного цеха Константин Алексеевич Черноухов. Шалагина Сергея Федоровича, главный инженер ЖКХ. Лауреата представляет начальник ЖКХ Юрий Васильевич Сурковский. И Полосухину Татьяну Ивановну, начальнику планово-экономического отдела завода. Лауреата представляет финансовый директор сельскохозяйственного завода Попов Владимир Иванович. Михайлович, устал пятый корпус электролиза, строил, пускал пятый корпус электролиза, первый бригадир бригады номер 503. За прошлый год бригада в производственном соревновании среди бригад цеха заняла первое место. Лидер и в нынешних соревнованиях среди бригад электролиза. Грамотный специалист, очень многих электролизиков воспитал. Заслуженно получает это звание. Запятягин Александр Петрович, 69 года, электролизник Новокузнецкого алюминиевого завода. С 84 года по вызову на Саянском алюминиевом заводе. Мастер смены первого корпуса. Строил, пускал третий корпус электролиза. Строил, пускал в качестве старшего мастера восьмой корпус электролиза. Грамотный специалист, умелый руководитель. Люди к нему тянутся. Заслуживает этого звания. Елев Виктор Яковлевич, 66 года, на Новокузнецком алюминиевом заводе, электролизник. По вызову в 85 году электролизник, затем бригадир первого корпуса электролиза. Грамотный специалист, много раз предложений подал. Одно из них по заливке торцов жидким алюминием дало большой экономический эффект и используется сейчас. Очень много молодых, грамотных электролизников им воспитано. Сейчас мастер первого корпуса исполняет обязанности мастера нового хозяйства. Хороший человек, заслуживает этого звания. Каминская Надежда Трофимовна, 62 года, на Уральском алюминиевом заводе. Затем Братский алюминиевый завод, Таджикский алюминиевый завод. И с 83 года Саянский алюминиевый завод. Первый и по сей день начальник планово-экономического бюро алюминиевого производства. Грамотный специалист, воспитала очень много экономистов. Это с этого бюро идут планы, идут расчеты. И в итоге получается, выливаются в эти деньги, которые мы ощущаем. Достойный лауреат премии «Саянский алюминиевый завод». Пожидает Павел Алексеев. Пожидает... Вот эти два брата, я их всегда путаю, они у меня в Жмене работали с 84 года. Пожидает Николай Алексеевич с 84 года, пришел электролизником второго разряда, участок обработки. Сейчас шестой разряд, очень грамотный специалист, один из первых освоил технику фирм Фандрома, Текма. Его просто ждут в корпусах, без него жить не могут. Отличный специалист, достойный лауреат премии «Саянский алюминиевый завод». Можно мы сейчас наградим всех лауреатов алюминиевого производства? Итак, Запятягин Веков Валерий Михайлович, пожалуйста. Валерий Михайлович. Аплодисменты в зал. Запятягин Александр Петрович. Игорь Виктор Яковлевич. Дожидаев Николай Алексеевич. Надежда Трофимовна, пожалуйста, разрешите, пожалуйста. А теперь я прошу представить лауреатов из цеха.
прокаженных анодов. Пожалуйста. По производству электродов у нас два лауреата. Это Евдокимов Владимир Павлович и Тимофеев Павлович. Но, извините, Евдокимов себя плохо чувствует, поэтому я представляю, как это Тимофей Иванович. Иван Иванович, в алюминии промышленности 1972 года. На заводе 1984 года. ЦП производственный мастер сильно прессовый участок с 86-го года. В 90-м году назначен старший мастер сильно прессовый участок. Можно много хороших слов сказать о работе Ивана Ивановича. Я скажу просто. Так. Представлялась кандидатура Тимофеева как старший мастер сильно прессового участка. Наше поздравление сегодня принимает Иван Иванович в должности замначальника цеха по зеленому территории. Директоров акционерного общества «Саянский алюминиевый завод» Лисину Владимиру Сергеевичу. Я бы хотел объявить решение совета директоров и решение ряда основных акционеров предприятия о том, что все лауреаты, присутствующие 19 этого года, награждаются личным персональным автомобилем ВАЗ-2109. Попрощаться и уйти. Да, на этом наш концерт закончен. До свидания. Ну, недалеко ли ты от меня? Может, ты приближишься? Мне просто противно. Любит девушка микрофон носить. Нет, просто я увидела сегодня вашего генерального директора, он такой высокий, красивый. Юный. Я подумала, лучше от тебя подальше. Да, да, я никогда, видимо, не буду генеральным директором большого алюминиевого завода. Да. У меня вообще с алюминием проблемы. Ну что, ну, сегодня... Я не мешаю тебе здесь на сцене? Нет. Спасибо. Сегодня большой праздник, завтра большой праздник. У вас тут, я так понял, совпали все сразу праздники вообще. Что это за звуки вы издаете такие? Это мужчина возбудился. А если я так начну тоже с вами общаться? Не надо. Итак, все праздники совпали. Я думаю, значит, завтра празднуется День металлурга, День строителя, День города, День водолазы, День независимости Хакасии от России. И всего остального. Я так понял, вы решили в один день уже все абсолютно сыграть. Свадьбы, разводы и все, вообще все праздники. Это правильно, это выгодно. Но один праздник только не упоминался. Мы вас спрашивали, какие праздники еще завтра празднуются. Не упоминался Новый год. Почему мы говорим о Новом годе? Новый год наш любимый праздник, поэтому... Давайте как-то сегодня... у нас принято в стране, в общем-то. В этом году мы отмечали целых 5 новых годов. Но это не важно. Давайте отыграем сегодня... Новый год уже заодно и тоже. Вот как-то мы приехали, будет Новый год. Тем более, что у девушки такое платьице елочное. Палочное. Палочное, да. Вот. Будешь Снегурочкой, видимо, сегодня. Да? Ну хорошо, ты будешь Дедом Морозом. Дедом Морозом я не буду. Ты знаешь, мне не нравится образ Деда Мороза с детства. Он меня пугал, попугивал. Потому что в нем что-то такое алкогольно-дворницкое в Деде Морозе. Красный нос, мешок дрянью таскали с собой.
Ну, в общем, такой неприятный тип. Мне больше нравится вот заграничный вариант Деда Мороза, Санта-Клаус. Да? Ну, ты сегодня выглядишь как Санта-Ганс. Санта-Шульц еще будет ко мне. Да, хорошо. Я для вас сегодня буду тогда Санта-Барбара. Договорились. Ну что, я думаю, что надо начать. Сегодня прозвучат исключительно... Наверное, вот к работе относишься, как это. Вяло. Я не вижу здесь генерального директора. Его вид меня вдохновляет. Больше мониторов. Давайте вместе с нами, вы же чуете себя. Произошло. Ну, я возвращаюсь к теме просто праздника Нового года, потому что это единственный праздник, ну, естественно, без дня рождения, когда каждый из вас все равно делает друг другу подарки. Да. Ну, вы знаете, я честно хочу вам сказать, я бы хотела, вот мне сказали, что в Хакасии живут самые красивые женщины на Земле. Я уверена, что так и есть. И знаете, дорогие женщины, вот особенно девушка, у вас, по-моему, голубые глаза, вот я отсюда вижу, они сверкают. Знаете, вот у вас такая улыбка, что вот именно вам я хотела бы кое-что подарить. Да. Знаете, вот самое дорогое, что у меня есть, это Саша. Да. Подари мне один. А, я поняла, почему вы так сделали. В общем-то, вы даже, наверное, телепатируете, мои мысли читаете. Потому что, знаете, обычно я на этом зарабатываю, потому что мне потом очень много денег дают, чтобы я его обратно приняла. Да, случалось. Да, такое бывает. Поэтому вот сегодня этот дорогой подарок я оставлю себе. На самом деле, знаете, когда хороший зритель, вот такой, как сегодня в зале, вообще хорошему человеку, как хорошему зрителю, хорошему человеку всегда хочется подарить что-то такое, знаете, особенное, ну сделать дешевый подарок какой-то такой, как-то неловко, не к лицу, дарить что-то дорогое, жалко, вот. Поэтому есть выход из положения, нужно дарить дорогое, но чужое, это очень хороший выход. Вот мы сейчас хотим подарить вам дорогое, но чужое, в смысле, не нами придуманное, девиз, есть такой замечательный девиз, его придумали в КВН ленинградском, и этот девиз как-то нам очень помогает в жизни, то есть вы наверняка этим девизом пользуетесь еще раньше, чем мы. Особенно ваш генеральный директор. Вот, ну, это, конечно, это безусловно. Вот, ну, просто, может быть, не все так замечательно сформулировали, как эти наши знакомые. Итак, девиз звучит следующим образом. Красный червонец – эмблема печали, доллар зеленый – эмблема любви. Давайте немножко поаплодируем, но не нам, а для себя. Знаете, вот показывают в американских клипах безработных метров. Вот они, черт-то негры, безработные, вот так прямо...
чего вы меня поделали? И что больше всего раздражает, счастливы, безработные. Знаете, я надеюсь, что вы все богаты, счастливы, здоровы и не безработные. Давайте вместе с нами будем временными, счастливыми, безработными, американскими неженами. По серьезным улицам, серьезный дом пает народ, хмурится всю улицу, от проблем и от кого. Вдруг танцующий прохожий не мешает никому, на других ты не похожий, я завидую ему. Танцуй, прохожий, иди ко мне, прохожий, может быть, и мне тебя кому. Thank you.
повторяю вновь и вновь, пусть не минует вас любовь. Здравствуйте, мои хорошенькие, мои пригожненькие, худенькие и особенно толстенькие. А ну-ка, девки, русалки, мой приказ учитайте. Ой, ач! Пам-п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 ам
Ну что ж, дорогие друзья, к нам в гости пришел осьминог. И я так поняла, он очень скучает без каких-то башмачков от Золушки. И я так понимаю, он предлагает нам следующий конкурс, о какой мы сейчас узнаем. А мы приглашаем на поле всех прекрасных. Голубое и синее приглашаются на следующий конкурс, который объявил осьминог. А пока мы слушаем песню. Очень хорошо. Хватило очень хорошо.
кстати, свои чудесные волосы. Проводит дар рождения. Еще раз бурные аплодисменты. Аплодисменты «Русалки 95». Возвращаемся с ней. Все ваши прыжки. Что-то в нашей морской стране ничего не происходит. А хотелось бы. Вот, кажется, сейчас начнется. Что-то неожиданное. Давайте хор окрикнем «Ура!» нашим артистам.
вполне серьезно. Ну что ж, это справедливо. Так, а теперь... Сюрпризами моей страны. Burn in romance.
прилетал и подарки раздавал. Вот здорово, значит, вам здесь живется. Беззаботно. И подарки еще даю. Thank you.
Черкашина, номер второй. Наташи Горелышевой. Thank you.
Отойдите все от жары! Алене Абаменской подарок от малого предприятия «Время». Директор Нирман Валерий Леонидович, представитель фирмы здесь. Правда, я не знаю, как свой приз принесет Алена домой. Это вот такой вот огромный ковер. Я надеюсь, молодые люди у нас помогут унести Алену за кулисы ее ковер. Поздравления Алене. И сейчас мы попросим двух претендентов, Ольгу Рыбалкину и Алену Абаненскую, Алена, подожди, совершить круг почета. До следующего шоу в новом году. Ну а мы сейчас продолжим свой круиз, что ли? Thank you.
ради снова бьются бегущие радости моей. Oh, my God.
никогда не забыть. Я не могу не любить. Помни это легким дыханием. Сейчас смешаем теплые страсти любви. Музыку, поскольку громче не получается. А сейчас песенка «Гангстер». Если ты почувствуешь сырой ледяной мой взгляд, значит, познакомишься со мной. Не смотри назад. Наступают сумерки, и вот за тобою тень моя. Знай, где ты сейчас стоишь. И молчи, когда ты Игорь Сергеевич Балашов. Большой, большой, если...
поздравляем еще раз вас всех и хотим сказать, что город у вас то, что надо, так же, как и следующая наша отдельная песня. Мужчины, будьте джентльменами, пригласите на танец понравившуюся вам даму.
поймешь. А теперь вы спойте погромче. Настоящая диско. Не говори мне о любви, не надо.
настроился. Космический разговор.